Он мечтал стать дирижером, но оказался гениальным пианистом, стал первым в СССР обладателем премии Грэмми. Он и сегодня один из самых выдающихся исполнителей 20 века – Святослав Рихтер. Основать конкурс, посвященный великому музыканту в Бресте, предложила заслуженный деятель искусств Беларуси Лилия Батырева, которая была лично знакома с маэстро. Святослав Рихтер, к слову, приезжал в город над Бугом 18 раз. Первый международный конкурс, посвященный гениальному пианисту, прошел в 2015-м. Во-первых, для брещан он, значит, праздник, но не так для брещан, как для музыкантов, которые занимаются в наших учебных заведениях области и страны, потому что и приезжают отовсюду. Каждый год трудно делать, но решили раз в два года. Выбрали возможность все-таки не забывать и дать возможность людям подготовиться, вырастить, привести кадры. Конкурсные состязания пройдут в два тура в музыкальном колледже имени Григория Ширмы. В программе первого этапа полифония, сонатная аллегра венских классиков и виртуозный этюд. Во втором туре участникам предстоит исполнить наизусть произведение свободной формы на выбор и сочинение белорусского композитора 19-21 веков. Будут исполняться различные произведения мировых композиторов, конечно же, белорусских композиторов, и произведения те, которые когда-то исполнял сам Святослав Рихтер. Самое важное для нас, брещан, мы все с вами можем посетить конкурсные прослушивания с 14 по 18, прийти в Брестский музыкальный колледж и послушать наших талантливых музыкантов, которые заявлены из стран Россия, Сербия и Казахстан, и, конечно же, Беларусь. В конкурсе могут выступать пианисты в возрасте от 16 до 25 лет. В первые мартовские дни заявки на участие прислали более 30 музыкантов. В основном это молодые виртуозы нашей страны. Наш конкурс довольно-таки престижный в Беларуси. И лауреаты нашего конкурса, кроме того, что они получат соответствующие денежные премии и дипломы, они практически все потом являются стипендиантами фонда президента Республики Беларусь. Оценивать уровень мастерства молодых пианистов будут музыканты-исполнители, профессора и преподаватели высшей категории среднеспециальных и высших музыкальных учебных заведений. Награждение победителей гала-концерт состоится в музыкальном колледже 20 марта, в день рождения Святослава Рихтера. Вечером того же дня в Брестском академическом театре драмы запланирован заключительный концерт, посвященный выдающемуся пианисту 20 века. Юлия Селюк, Станислав Линник, телерадиокомпания «Брест».